представительный десант. В состав делегации сборной России на зимнюю Олимпиаду 2018 в южнокорейском Пхёнчхане войдут более 400 человек. Это спортсмены, тренеры, врачи и технические специалисты. Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018. На предыдущих зимних играх в Сочи сборную России представляли 225 спортсменов. В 2010 в канадский Ванкувер ездили 175 наших атлетов.